слушали, я ожидала больше. А чем понравилось? Очень колоритно. Снова как будто в Тбилиси. А чем понравилось? Знаете, я просто хорошо знаю этот колорит, вот этот вот смесь русского и грузинского языка, которая не всегда очень хорошо переводится, но вот и это невозможно перевести, но это возможно только почувствовать. Просто я подержу это знаю, и мне это очень близко. Интересно было. Хорошие впечатления. А у вас? Спасибо. А чем понравилось? Резо. Прекрасное, самое замечательное. А чем понравилось? Добротой, многими смыслами и тем, что это про любовь. Ой, какие-то необыкновенные, необычные, потому что первый раз очень много слышно, но одна из будет на Сталинград. Чтобы быть в курсе действительно его творчества, такое самое яркое. Очень много слышали про Сталинград. Вот. Тут что-то дело в пьесе, мне немножко было скучновато, хотя приемы, живопись, куклы, все шикарно. Не знаю, обязательно хочу сходить. Спасибо. Понравилось. А чем понравилось? Юмор хороший. Юмор и плюс сцена. И декорация очень. Декорация очень сильная. Чувствую. Спасибо. Прикольно. А чем понравилось? Ну, тем, что смешно и интересно. Понравилось. А чем понравилось? Ну, вообще, это первый раз у нас такой спектакль. В общем, там такой необычный довольно-таки. Спасибо. Прекрасно. А чем понравилось? Ну, знаете, как я вам скажу, это настолько какой-то теплый, домашний, забытый, какой-то очень ностальгический вот такой спектакль и вообще театр, я думаю, который постепенно уходит, к сожалению, из нашей жизни. Но вот этим человек живет, потому что это рождает внутри теплоту, доброту и какие-то эмоции. Сейчас театр во многом не рождает эмоции, он их подавляет. Спасибо.